У мемориала «Славы» в Звенигороде депутаты окружного совета от партии «Единая Россия» почтили память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Патриотическая акция прошла в День памяти и скорби. Ее участники выложили из горящих свечей надпись «Мы помним». Как отметил депутат Геннадий Горькавый, преемственность поколений и историческая память сохраняют наш народ столетиями.